Ясочков Владислав, родился в Крыму, большую часть там прожил. Потом переехал в Москву, начал заниматься кикбоксингом я еще с садика. Меня привела мама, подсказала, куда мне идти. Основные соревнования в Крыму, наверное, выиграл свою первую Россию. Тогда для меня это было великое событие, я запомнил его на всю свою жизнь. Поехал на спартакиаду. Из 5 человек в Москву выиграл только один я и выполнил кандидата мастера спорта. Выходя на ринг, ты забываешь уже про все и настраиваешься только на бой и боксируешь так, как ты готовился, как тебя тренировал тренер. Находясь на турнире, я увидел фразу «Кикбоксинг – это спорт чемпионов». Каждый человек достоин быть чемпионом, все зависит от него, как он тренируется, как он готов, как он себя показывает на соревнованиях. Смотря на эту фразу, мне это дает больше сил и больше уверенности в бою. Спортсмены будут отобраны.